Сейм Польши признал геноцидом действия украинских националистов на территории страны во время Второй мировой войны. Резолюцию приняли практически единогласно. За проголосовали 432 депутата, 10 воздержались. Против не высказался никто. Трагические события тех лет вошли в историю как Волынская резня. Ее устроили боевики так называемой украинской повстанческой армии, которая, напомню, запрещена в России. От их рук погибли свыше 100 тысяч человек. 11 июля теперь будет установлен в Польше как день памяти жертв геноцида. Президент Украины в соцсетях выразил сожаление в связи с таким решением парламентариев, а в Раде заявили, что признание геноцида перечеркивает все дипломатические наработки между двумя странами.